Известно, что брак с Одином долго не просуществовал. Но как Фрейя оказалась в лесу? О, это была запредельная жестокость, даже для Одина. Будто брак с ним не был карой. Фрейя обошлась с ним лучше, чем стоило бы. С ним она прошла через все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фрейи, и она ушла. Один был в бешенстве. Его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все ее слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрейя. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень, я бы тоже. Светильники Тюра. Символ света, который связывает вместе все миры. Зачем ему эти странные руны? Если подумать, то незачем. Тут нужен какой-то другой шифр. Все.
Я видел гробницу с изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурвальдиля. Но муж не явился ей в видениях. Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Когда об этом пророчестве услышал Один, он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа, и та встретила его в своей библиотеке как доброго друга. Провидица не знала, что именно Один стоял за исчезновением ее мужа. Он использовал чары. Чтобы скрыть его гибель от рук Тора. С улыбкой завистливый Один схватил ее за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь. Я знал, что Один плохой, но чтоб настолько? Подлость, варварство, жестокость. Да, это все Один. Предлагаю посидеть пару минут в тишине и поразмышлять о его чудовищной злобе. И вот. Подумай еще. Хочешь здесь высадиться? Что-то есть. Водой еще один затонувший корабль. Go!
сын. Слушаюсь. Круто, новая карта. У меня вопрос. Если Емир был первым великаном, откуда он взялся? Вначале был Гинунгагап, великая пустота. Миров еще не было, только первозданные силы. Был огонь и был лед. И встретились они в пустоте и образовали... Воду? Не просто воду, а живую кровь для чего-то совершенно нового. Из этой воды возник и мир, воплощение созидания и хаоса, мать и отец всего, что родилось после. Даже асов? Да, всякий бог, человек и зверь вышли из плоти и мира. Хватит, никаких историй в пути. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Я потом закончу. Может, закончишь ту историю? Конечно. Где мы остановились? А, из пустоты возник первый великан Емир. И после от него произошла вся жизнь на свете. Однако из всех именно асы считали, что они выше остальных существ и вправе повелевать ими. Именно Один поднял руку на своего создателя и пролил животворящую кровь Емира. Он сказал, что так было нужно, чтобы навести порядок. Из разорванного тела Емира Один скроил Мидгард на свой вкус. Себя он назвал всеотцом, будто он сам был творцом, а не убийцей творца. Мелкий, завистливый тиран. Мимир? Ой, прости, парень. Я думаю, нам лучше закруглиться на этом месте.
научи их! Смотри. Ладно. Так, запишу это в дневник. Thank you.
Посмотри на это! Смотри, факел. Факел делается из дерева. Это жаровня. Жаровня. Тут вроде что-то написано. Прочитать? Еще такие. Отлично. Сын. Слушаюсь. Вы здорово дрались! Тут еще один дух. Ну же, я не кусаюсь! Ты мертв? Какая наблюдательность! И безрассудство! Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сайты скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов. В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло. Мы останемся в Мидгарде, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? У нас нет желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Прощайте. Ух ты, исчез. Идем, ни к чему отвлекаться.
Thank you.
Парадокса! Врагу не позавидуешь. Еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Пойди сюда. Слушаюсь. Квейкия. Thank you.
Невероятно. Вы оба живы? Еще дух. Да, еще дух. Привет. На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Как это? Запустение, дитя. С каждой зимой оно становится все сильнее. Ты знаешь причину? Точно не знаю, но похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп. Многие утонули, я в их числе. Вскоре появились ходячие мертвецы. Мы можем тебе помочь? Сын. Мне просто хотелось с кем-то поговорить. И это желание ты исполнил. Спасибо. Что я тебе говорил насчет твоей помощи? Что нельзя. Именно. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели и уметь не отвлекаться на ненужное. Они могут быть полезны.
Они что-то знают про озеро. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. Все. Квейкья! Ну, попробовать стоило. Thank you.
Мимир, а расскажи о великане, который украл молот Тора. С радостью, парень. Это история и о твоей подруге Фрейе. Хотя вряд ли ей нравится, когда ей об этом напоминают. Великана звали Трим. И он был достаточно хитер, чтобы украсть Мьёльнир, пока его хозяин спал. Но, увы, Трим не всегда думал головой. Он умудрился украсть у главного врага великанов его сильнейшее оружие, а потом предложил асам вернуть молот в обмен на свадьбу с Фрейей. На тот момент Фрейя была супругой Одина, и тот был готов обменять ее хоть на чашу крепкого меда. А тут ему в руки шел такой шанс. Дворец Трима находился в Йотунхейме, и только великаны знали туда дорогу. Согласившись отдать Фрейю, асы должны были проводить ее в дом будущего мужа. И Один заставил Фрейю спрятать Тора с помощью магии, чтобы он проник в Йотунхейм вместе с родней невесты. Когда в качестве свадебного дара вынесли молот, Тор раскрыл себя. Он схватил.